Было на что посмотреть во время празднования Дня города, и помимо концертной программы, компания «Ростелеком» представила выставку современных технологий, которые способны сделать жизнь более комфортной. Для демонстрации передовых разработок на площади перед монументом Тылфронту был установлен специальный шатер. Погрузилась в мир будущего и наша съемочная группа. Весело, познавательно и интересно. Ростелеком организовал досуг для всей семьи. Пока дети в прямом смысле слова оставляли яркий след в истории, взрослые погружаются в мир передовых технологий. Вот интерактивное телевидение, а вот роутер, который может раздавать сигнал до 50 метров. И, конечно, один из нашумевших проектов Ростелекома – система «Умный дом». Система «Умного дома» – это инновационная система контроля за вашим домом. Все это работает через протокол Z-Wave. Грубо говоря, его невозможно взломать. Всем этим я могу управлять через свой смартфон, также через ноутбук. Можно настраивать различные протоколы на систему «Умного дома». То есть, например, на датчик открытия ставить, например, умную розетку включения чайника. То есть вы заходите домой, открываете дверь, пока вы складываете там вещи, снимаете одежду, вот у вас уже вскипел чайник, вы можете налить себе свежий чай. Система «Умный дом» представлена двумя комплектами – управление и безопасность. В каждом из них есть контроллер, к которому подключаются все устройства, датчик открытия дверей и датчик движения. В комплект управления также входит умная розетка и умная лампочка, которая при помощи смартфона может менять цвет и степень освещенности. Для тех, кто выше всего ставит безопасность, предусмотрены датчики протечки и дыма. Это фантастика какая-то. Вот мысль, которая посещает, когда видишь в действии и работу этой системы. Заходишь в квартиру, чайник начинает греться. Удобно. Там потекла вода, на смартфон приходит уведомление, что дома протечка. Я прям, честно говоря, вот не ожидал, в шоке. Я думал, Ростелеком – это просто интернет. А это, помимо всего, еще и такой расширенный спектр услуг, мне очень понравилось. Сейчас вот мы вот решаем, какой именно возьмем. У меня тоже всегда есть свои страхи, я очень боюсь, что я что-то забыла выключить, так как я мама двоих детей, и у меня такое случается. Отметим, все, что входит в комплекты системы «Умный дом», все датчики и приборы можно приобрести и отдельно. Подключить свою квартиру к миру современных технологий можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к специалистам Ростелекома. Будущее уже наступило, и это будущее комфортное и безопасное. Павел Берсенев, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.